Приветствую, дорогие друзья! На тестирование попал неплохой видеорегистратор для автомобиля. Это модель MR4K от компании TrendVision, выполненный в форм-факторе салонного зеркала. Подобный видеорегистратор легко устанавливается поверх штатного салонного зеркала автомобиля, оснащен дополнительной задней камерой и встроенным GPS-информатором. Стационарная камера. Ограничение скорости 60 км. В устройстве встроен Wi-Fi модуль для управления и просмотра видео через мобильное приложение со смартфона или планшета. Также отмечу большой сенсорный экран 11 дюймов, на котором можно не только производить настройки, но и просматривать видео и получать полезную информацию для безопасной езды. В комплекте есть все необходимое для установки работы из коробки, включая блок питания с длинным проводом и крепление на штатное зеркало, резинки, а также крепление для задней камеры. Качество записи отменное. Реальное разрешение видео 4K Ultra HD. Используется матрица от Sony IMX415. Также отмечу режим ночной съемки, парковочный режим. Пишет одновременно с двух камер, причем можно настроить отображение на дисплее видеорегистратора как для передней камеры, для задней, а также в режиме совмещения. Предусмотрена быстрая клавиша для погашения дисплея. Зеркалом можно пользоваться по прямому назначению. Итак, видеорегистратор TrendVision MR4K в форм-факторе зеркала не только просто установки и настройки, но и выручит в сложной дорожной ситуации. Поможет разобраться с ДТП, зафиксирует номера участников, а встроенная GPS-база обеспечит своевременное информирование о режиме движения. Подскажет о ремонтах дорог и стационарных камерах, а также об участках с установленным ограничением скорости перемещения, что потенциально приводит к экономии на штрафах. Подобную модель стоит выбирать как для собственного автомобиля, так и в качестве подарка другу или коллеге. Если вам понравилось устройство, то подробный обзор вы сможете найти по ссылке под видео. А если вас интересуют обзоры и тесты гаджетов, то подписывайтесь на мой канал и заглядывайте в мой блог. До встречи!